наших материалов. Я вижу очень много старых лиц, знакомых друзей, вижу тех, которые уже экспериментируют с нашими продуктами, которые как надо внутри. И я, наверное, некоторые товарищи поделятся теми впечатлениями, которые они уже получили от использования этого продукта. И вместе с тем, Natural Green — это все же воздействие на растение, укрепление этого растения для того, чтобы оно было в каких-то невыгодных условиях и развивалось, чтобы оно окрепло и приобрело какой-то иммунитет. Но мы сейчас, сегодня вот нарядом с господином Карем, мы пригласили господина Пиуса, который возглавляет компанию, занимающуюся исследованием почвы земли. Несколько презентаций проводили в Тбилиси, и мы убедились в том, что это совершенно новый, совершенно обновленный подход к тому, что такое земля, что такое почва, что такое те минералы, которые в ней находятся, и насколько эффективно мы должны их использовать. Использовать для того, чтобы укреплять это растение и повышать естественную урожайность растений. Я не буду делать много вступлений, потому что то, что вы услышите, я думаю, будет, во-первых, хорошей новостью для вас. И эта новость будет такой мотивацией, которая позволит вам более эффективно использовать те участки, которые сейчас в вашем пользовании. Мы занимаемся, так сказать, обогащением и укреплением самих растений. Но первая наша лекция, она была посвящена тому, чтобы укрепить растения через воздействие на растения через листья. Для этого мы предложили препарат, который на основе карбоната кальция и карбоната магния. Это продукт Natural Green. И после первой лекции ряд фермеров высказали желание использовать этот препарат, и этот препарат был проэкспериментирован на одном из полей, из чего мы пришли для того, чтобы посмотреть этот результат. Но мы сейчас пошли несколько дальше, потому что мы не хотим не только укреплять само растение в любой почве, но мы хотим заняться и тем, чтобы обогатить саму почву. И поэтому вот сейчас господин Пиус, который представляет университет Голландии, который занимается исследованием почвы, он наглядно демонстрирует возможности почвы, что в этой почве, допустим, не хватает, из чего надо добавлять, или как можно без всяких химий использовать почву на благо растений. And my specialty is soil. Soil biology. Everything that lives in the soil, around the soil, is my specialty. And we are used to use so much fertilizers, chemical fertilizers in the soil, that we actually destroy the soil. By destroying the soil, we destroy agriculture. So we are here in Georgia to teach some of the other methods that is possible to get a better soil. And we use two products. That's organic plant feed. It's a plant-based fertilizer, not chemical, natural. And we use Natural Green, which is a calcium magnesium from algae produced. And we spray that as a leaf fertilizer, or we bring it on the seed. In this case, we bring it on the seed, on the potato seed, to see the differences in the yield later on in the season.